Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OPPOT Air. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от своего устройства и не знаете теперь, как его сбросить, и как вообще в таком случае сбросить еще и настройки этого устройства. Итак, для этого мы отключаем телефон, планшет. Далее мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. И держим до появления логотипа. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в такое вот меню. Выбираем английский язык и нажимаем Format Data. Далее вводим тут показанный вот здесь вот код. И нажимаем Format. Нажимаем ОК. И ждем, когда устройство перезагрузится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.